Конечно, знаете, спекуляция. Находимся в Кёльне, в самом Видите, центре. Видите, она лицо закрыла свое, чтобы не вышло. А это знаменитый собор, Кёльный дом. Огромный, высокий. Дом помолвочек вообще. Надо дойти потом, чтобы больше было. Просто. Слышишь, Майя? Да. Сегодня такой день, теплый. 15 градусов на улице. Народу очень много. Мы находимся с Нелядом, и его прям полностью не видно. Только там стены, конечно, впечатляет. Такая мощь, такая красота. А тут бесплатный вход в костёл? Вот туда очередь. Там можно подниматься на самый верх. Это знаешь, еще потом сходим. Может быть, сходим на самый верх. В центре Кёльна. И посмотрите, сколько попрошаек. Сидят, прямо сидят и просят все. И просят, конечно, это... Мусульманский город. Но не снимаю. Я не снимаю. Здесь, как будто ты их снимаешь. Сними вот здесь. Это мы сейчас стоим в очередь в этот Кёльнский собор попасть. Сними вот. Сейчас в костёле внутри как раз идет служба. Я привыкла, что месса на польском, на немецком. Тоже один из способов зарабатывания денег. Бедные хаски. На теперь на них хрен знает что. Это вот так был разбит этот собор во время войны. Но это уже били, я как понимаю, американцы. Тоже все разрушено было. Установили. Люча про? Да, везде народ пострадал. Какие интересные фигурки тут там сидят. Сделали. Вообще впечатляет, конечно, этот собор. Ужасно много вот таких вот нищих попрошаек. Вообще. Дороже, чем у нас. Вообще много народу. Местный колорит. Поворачивай. Пошли. Свободные, радуются, танцуют. Молодцы. Мы сверху смотрим на Рейн. Тут имена еще. Сегодня чудесный день. Сегодня 26 декабря, градусов 16 на улице. А вот по тому мосту вот все-все-все завешено в замочках. Там все-все-все замочки вешают. Обалдеть. А это Рейн, красивая река. Я вообще люблю реки. Что ты любишь? Реки.
немножечко панорамки с этой стороны. Ну, там вокзал. Ходят поезда. Много людей, иностранцы. Красота какая. Вислу видела. Теперь и Рейн тоже. Барша там плывет. Заносит ее. Четверо написано. Это что, просто друзья повесили, дело нет. Годовые, и чего только нет. Вот сколько идем, и вся стены, все-все-все в замках. Разные-разные года есть, даже 80-е есть года. А вот смотри, смотри. Классно, да? Вообще, да. Вот это же, ага, вообще. Чуть-чуть так по городу. По пешеходной зоне прошлись. Вот туда такая улочка. Да, это такая чистая улочка для туристов. Здесь еще такие по 15 евро. Кость за... Ну ничего себе! Интересно. Чем дороже, тем дальше. Я же не требую покупать на шоколад каждую минуту. Ну убей его за все. Симпатичные улочки, симпатичные домики. Да, хорошо. А елка-то настоящая? Так вот попали. Елка настоящая, украшенная цветочками. Кёльна. Вот здесь вот была ярмарка рождественская. Ну, конечно, уже все закрылось. И здесь столько вот мы там видели осталось елок. И все, и они сейчас выкинутся. Все закрылось. Прям вот жалко елки. Надо вообще отменить, чтобы все настоящие елки люди ставили. Надо искусственные ставить. Такие вот улочки узенькие, дома.